Селям алейкум, здравствуйте. Сегодня с вами в эфире программа «История крымских татар» и ее ведущий, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзия Кубова Эмиль Сейдалиев. Сегодня мы с вами продолжим знакомство с историей крепости Мангуб-Кале и узнаем, как сложилась судьба этого города после включения его в состав османских владений Крыма. После захвата Кафы Османская империя была поделена на три части. Большая часть двинулась вдоль южного берега Крыма на покорение прибрежных генуэзских пунктов. В результате были захвачены Судак, Алустон, Партенит, Гурзуф, Чембала и другие города. Часть войск отправилась на восток и заняла населенные пункты Тамани и Воспора, Керчь. Третья часть экспедиционного корпуса в виде гарнизона осталась охранять Кефе. После того, как относительно быстро были захвачены генуэзские города Крыма, Зоргидиг Ахмед Паши обратился на небольшое княжество, расположенное в горном Крыму. Турки не рассчитывали завязывать тут надолго и надеялись расправиться с феодоритами так же быстро, как это уже было сделано с итальянцами. Первым пунктом феодоритов для османов стала крепость Фуна, расположенная в 9 километрах к северу от Алушты. Тут зафиксированы следы горения, которые могут свидетельствовать о штурме города, но относительно небольшое количество турецкого вооружения вряд ли позволяет говорить о жестких и активных боевых действиях. Нет следов штурма и в других горных крепостях Феодоро. Вероятно, их гарнизоны были отозваны на защиту столицы. Сюда же бежали не попавшие в плен жители генуэзских колоний, также принимавшие участие в защите Мангуба. Сведения о первых неудачных штурмах содержатся и в книге путешествий Ивлия Челеби. В свойственной ему манере он приводит яркое и подробное описание крепости, ее сооружений, а также населения. Построена она генуэзскими неверными, а завоевал ее в году Бейзид хан десницы Гдиг Ахмед Паши, который 7 раз ходил в поход на эту крепость и на 8-й раз положил 7000 янычар. Взял ее, что и является причиной гибели Гдиг Ахмеда Паши, так как он положил при завоевании крепости слишком много янычар. Когда крепость была окружена с 4 сторон, он не стал приступать к длительной осаде и давлению, но поспешным броском положил многих рабов султана. И за это Гдиг Ахмед Пашу приказали убить. После неудачных штурмов и переговоров о капитуляции, османская армия была вынуждена взять крепость Мангуб в плотное кольцо осады. Чтобы ее обеспечить, туркам пришлось столкнуться с изрядными трудностями. Это был подвоз пушек с приморских территорий в горы, а также обеспечение привоза провизии, снарядов, пороха и многое другое. Исследователи пишут, что на перемещение пушки в 15 веке требовалось от 24 до 44 упряжных лошадей. Также нужны были лошади и телеги для доставки продовольствия, пороха и материалов для строительства переносных защитных сооружений. Перевозкой пушек турки занимались в конце июля-начале августа 1475 года. Артиллерию они сняли со своих кораблей и доставили в лагерь под Мангубом, вероятно, расположенный на месте исчезнувшей деревни Адым-Чокрак. Пушки могли везти из Чембала или Каламиты. С учетом того, что средняя скорость перевозки одной пушки по ровной дороге составляла около 22 км в сутки, а тут османам приходилось двигаться в том числе по пересеченной местности, эта процедура могла занимать более суток. Османская артиллерия была размещена на южном склоне горы Мангуб. Здесь была наиболее удобная позиция для расположения пушек. Кроме того, и в древности, и в современности тут проходит колесная дорога, по которой удобно было привозить и сами пушки, и провизию. Вначале артиллерия была размещена на южном склоне Мангуба, неподалеку от возвышенности Мезар-Тепе. Археологические исследования, проведенные на этих участках, позволяют установить, что османы вели артиллерийский обстрел каменными ядрами. Передовые отряды янычар применяли огнестрельное оружие – тюфейки, а последующие группы штурмующих использовали луки. В конечном итоге османами была предпринята военная хитрость, в результате которой крепость была взята. Гдиг Ахмед Паша с основной частью войска отступил, оставив в засаде небольшой отряд. И когда защитники крепости, увидев это, вышли за пределы ее стен, отряд напал на них и вместе с ними ворвался в крепость. В конце концов, они поняли, что войной крепость взята не будет. Ахмед Паша для осады оставил немного солдат, сам собрался и уехал. Через несколько дней добавил к оставшимся у крепости еще небольшое количество солдат. Все оставшиеся скрылись в засаде. Извне в крепость вошло довольно много людей. Они попали в безвыходное положение. Увидев, как солдаты отступают, люди из крепости начали выходить. Находившиеся в засаде исламские солдаты встретили бросивших бежать из крепости людей. Сразу же заняли крепость, захватили ворота, наконец Мангуб был взят. После прорыва через ворота или через калитку
Боевые действия могли разворачиваться как возле цитадели крепости, так и возле княжеского дворца. Тем более, что археологические материалы из раскопок дворца могут служить этому подтверждением. В 1968 году на территории княжеского дворца были проведены археологические исследования. В северной части комплекса археологи обнаружили обгоревшие зерна пшеницы, проса, фасоли и гороха. Также были выявлены следы пожара, многочисленные наконечники стрел, свинцовые пули. Последней точкой сопротивления защитников крепости становится цитадель Мангупа. Это укрепление является частью третьей линии обороны и расположено на мысе Тешкли-Бурун, который более других мысов плато подходит для размещения оборонительных сооружений такого рода. Фортификационные сооружения цитадели состоят из башни донжона и двух куртин – северо-западной и юго-восточной. В северо-западной куртине, вплотную к донжону, располагается воротный проем. Эта линия обороны перегораживает мыс Тешкли-Бурун у его основания от обрыва до обрыва. Длина оборонительной линии составляет 102 метра, толщина крепостных стен – 2,8 метра, а высота – от 3,5 до 6 метров. Исследователи по-разному датируют время строительства донжона цитадели Мангупа на мысе Тешкли-Бурун. Высказывается предположение, что он был построен в 60-е годы 14 века или в 20-е годы 15-го. Описание цитадели уже после захвата города турецкими войсками содержится в письменных источниках. Вот что пишет об этом месте Эвлия Челеби. В этой цитадели совсем нет домов. Есть только одна мечеть с каменным куполом, переделанная из церкви, и один длинный дом, крытый черепицей. Там есть колодец, построенный в виде башни. Чтобы взять из него воду, надо спуститься вниз на 50 ступеней. Над воротами этой внутренней крепости есть тарих ее построения, начертанный письмом генуэзских неверных. Наверху, четырехугольной башни, был дворец неверных. Теперь там пороховой склад, хранятся пушки, ружья, другая военная амуниция и снаряжение. Крепость всегда стоит запертая, ключи у начальника крепости. Внутри нее нет ни человека, ни рожденного человека. Археологические исследования на территории цитадели показали, что защитники крепости оказывали ожесточенное сопротивление штурмующим их войскам. Тут были найдены осколки мелких каменных ядер от пушек, различные наконечники стрел и был раскопан даже горн, функционировавший во время штурма. При археологических исследованиях с внешней и внутренней стороны северо-западной куртины были обнаружены фрагменты каменных ядер, мелкокалиберные турецкие снаряды. Вероятно, сюда были направлены основные усилия штурмующих. Также в окрестностях мыса археологи нашли значительное количество наконечников турецких стрел. Наконец, в декабре 1475 года крепость пала, а ее защитники и взрослые представители княжеской фамилии были казнены. Существует предположение, что жизнь сохранили лишь сыновьям князя. Их вывезли в Стамбул, и там их следы постепенно теряются. Так маленькая крепость в Горном Крыму с большой историей очень долго, почти 6 месяцев, сопротивлялась мощной османской армии за считанные дни, покорившей все генуэзские колонии Крыма. Сведения о судьбе княжеской семьи содержатся в сочинении Феодора Спандуниса о происхождении османских императоров. Итак, затем Мехмед, видя, что князь Готии убил своего старшего брата и узурпировал его государство, послал своего Бейлербея, то есть одного из главных полководцев сухопутных войск, и осадил вышеназванного князя, который сдался добровольно, только при условии, что имущество и люди будут сохранены. Однако, сопроводив его в Константинополь, Мехмед приказал его обезглавить, говоря ему: «Условия, которые тебе обещал мой полководец, пусть он их тебе и соблюдет», и сделал тургом одного его маленького сына, которого я видел еще живым последний раз, когда я был в Константинополе. Ученые полагают, что этот оставшийся в живых княжеский сын Кемал-бей впоследствии был направлен в Москву в качестве посла Османской империи. В русских дипломатических документах он фигурирует как грек и князь Мангупский. После захвата крепость была включена в состав Кефинского иолета, а также стала центром Кадылыка. Оставшиеся в живых жители города и его округи стали подданными османского султана и крымского хана. Об этих подданных, вероятно, говорил Эвлия Челеби, когда сообщал о народе, жившем в Крыму во время его визита на полуостров. На восток и запад от вышеописанного судака горы Татского Иля, но они опять же входят в Кефинский иолет. Весь народ здесь – греки и лазы, говорящие по-гречески. Всего их до 15 тысяч татского народа стрелков из ружей. Когда они говорят между собой по-гречески, употребляют выражения из какого-то другого языка. Так как область Татского Иля находится в кыбловой стороне Крымского острова, на краю мыса, там есть своего рода трудные слова. Это не греческий, не чагатайский и не лазский язык. Это какой-то другой язык. Когда они говорят между собой, человек удивляется.
цитадели и на территории мыса внутри стен, как сообщает Илья Челеби, располагался военный гарнизон, были складские помещения, а также находилась мечеть. Вторая мечеть располагалась к востоку от третьей линии обороны за крепостными стенами. Османский автор приводит и ее описание. В 100 шагах на восток от ворот цитадели на широкой площадке есть соборная мечеть древней конструкции, крытая деревянной черепицей без минарета. Над ее дверьми на четырехугольной башенке написан четким почерком тарих. Тарих мечети султана Баязида в крепости Мангуб-Кахкаха. Обладатель добродетели султан Баязид построил здесь эту мечеть. Ее, претерпевшую разрушение по воле судьбы, увидел казначей Мехмед-ага. Согласие Всевышнего Бога он отстроил и возвратил к жизни мечеть. Да будет тарихом для поклоняющихся. Да согласится по безмерной милости своей с этим Бог. Год 1056. В этой мечети всего одни ворота. Вокруг совсем нет домов. Это древнее место поклонения стоит прямо посреди луга. Но немного ниже этой мечети есть мусульманский квартал. В нем одна мечеть, 100 крытых черепицей домов, маленькая баня и два родника. Других построек там нет. На территории крепости в османское время проживало и гражданское население – мусульмане, христиане, иудеи. О христианском населении известно мало. Но археологи сообщают, что еще в конце 16-го, начале 17 века тут функционировало два христианских храма, но вскоре они были заброшены. Сведения об этом содержатся в трудах Мартина Броневского. Теперь остались там только греческая церковь святого Константина и другая, святого Георгия, совершенно ничтожная. Там живет только один грек, да несколько евреев и турков. Прочее все приведено в ужасное разорение и забвение. Нет даже никаких письменных памятников ни о вождях, ни о народах, которые владели этими огромными замками и городами. Я с величайшим старанием и трудом отыскал их следы на каждом месте. Но я узнал от одного священника, грека, старика честного и умного, что незадолго до осады этого города турками жили здесь какие-то два греческих князя, дед и внук, которые верно происходили от крови константинопольских или трапезунских государей. Греки-христиане довольно долго в этом городе обитали, но вскоре неверный варварский народ турки, нарушив данное слово, захватили его. Те константинопольские князья уведены оттуда живые и жестоким образом были умерщвлены турецким султаном Селимом за 110 лет перед сим. На стенах греческих храмов видны изображения, представляющие родословные государей и государы, от которых, кажется, они происходили. В дальнейшем тут проживало две общины – мусульманская в верховьях Балки Гамам-Дере, а также иудейская, чьи кварталы, вероятно, располагались в Балке Табана-Дере. Кроме того, на мысе Чимны-Бурун располагался также иудейский храм. В низовьях Балки Табана-Дере располагается Раимское кладбище, чьи следы видны еще до сих пор. Вот что об этом сообщает Эвлия Челеби. Вниз от этого места есть 7 иудейских кварталов и всего 1000 крытых черепицей злосчастных иудейских домов, поганых и грязных, а также 80 соответствующих лавок. Все иудеи выделывают телячьи и козьи шкуры. В Крыму знаменита телячья кожа с мангупом. Здесь есть всего 2 мясные лавки и 1 бузахане. Все здешние иудеи принадлежат к караимскому толку. Остальные иудеи не любят иудеев этого толка. В своем учении они совершенно не знают, что есть кошерное и что есть трефное. Мясо едят какое угодно, невзирая на то, кто его продает, даже приготовленное на масле и не очищенное от жил. Они как бы козылбаши среди иудеев. В день страшного суда они не будут сидеть верхом на козылбашах. Османский реестр земельных владений Южного Крыма за 1680 год также дает нам сведения об иудеях на Мангупе. Там же отмечено, что 12 из них подданные крымского хана. Превратившись во внутреннюю крепость, Мангуб теряет свое былое значение. Оборонительные сооружения его, несмотря на ремонты, ветшают и приходят в негодность. Вероятно, первой и последней реконструкцией были работы 1503-1504 года, о чем свидетельствует письмо Менгли-Герая Ивану III. Турки постарались поддержать по максимуму в боевом состоянии весь тот крепостной полигон, то есть те вот оборонительные линии, обеспечившие полную неприступность плато, восстановив участки, которые они же и разбомбили, собственно говоря, своими вот такими чудовищными орудиями. Это особенно хорошо видно на южном обрыве, где стена, ну, по нашей номенклатуре А-17, она была практически снесена ядрами турецких пушек. Восстанавливая эту стену длиной около 100 метров, используя камни, которые тут были, что добавляя там еще из разрушенных рядом находившихся построек, значит, турецкие фортификаторы вмонтировали в них обломки как раз вот этих самых гранитных
ядер, которые не в свое время эта стена разрушалась. Была реконструирована цитадель. И цитадель вообще это для крепости, это важнейший ее, можно сказать, составной элемент. Это, можно сказать, последняя надежда гарнизона. Так вот, в целом-то она как бы сохранила свои, в общем-то, очертания, и основной массив кладки, да, был именно еще предшествующий феодорицкого времени. Кстати, цитадель что такое? Это крайний северо-восточный мыс, плато, самый маленький по площади, это 1,2 гектара, но где больше всего у нас пещерных сооружений, и там же был храм и пещерные церкви. После 1774 года турецкий гарнизон был вынужден оставить крепость, а сам город вошел в состав Крымского ханства. В 1783 году он уже фигурирует как центр мангубского кадылыка Бахчисарайского каймаканства, куда также относились все окрестные деревни, в том числе лежащие у подножья Хаджисала. После включения Крыма в состав России город еще был, ну, можно сказать, живым. Хотя в основном его упадок начался еще, очевидно, во второй половине 17 века. Причем в это время основное его население было уже преимущественно составляли караимы. И вот на 1783 год ситуация фактически сохранялась. В верховьях ущелья Табана-Дере, где находились производственные комплексы, а караимы в основном занимались производством кож. Причем был даже, как пишет, по-моему, даже у Ивлея Челебил, пишет, что производили здесь грубые мангубские, так они назывались, кожи, которые вот распространялись, даже поставлялись в Турцию. Но, значит, вот изменения наступили, резкие изменения через 10 лет после, значит, 83-го года. В 1791-92 годах караимы покидают Мангуб. Когда было ликвидировано Крымское ханство, но его элита, его правящая верхушка, которые представляли в данном случае знатные бейские роды, ну, прежде всего, карачи, то есть сиджиуты, ширины, барыны, кто там еще были, эти самые яшлавы, вот, и дворянство, то есть мурзы, они ничего не потеряли. Им оставлены были их все вот эти вот земельные владения, и более того, даже их, по-моему, там даже кое-кому их и даже прирастили. И вот так получилось, что вот Мангуб, он оказался во владениях знатной фамилии Балатуковых. Это такая фамилия, которая через всю историю проходит Крыма вот 19-го, начала 20 века. В настоящее время развалины Мангубской крепости привлекают все больше внимания археологов и туристов. Скорее всего, плато и склоны Бабадага, покрытые лесом, травой и кустарником, хранят еще очень много интересных историй, которые ждут своих слушателей и исследователей. Спасибо, что были с нами. Сагалмас, салыкны, халамас.